Всем привет! И сейчас мы идем на мануальную терапию к Александру с Людой. Привет! Потому что, когда я в прошлый раз был у Люды на массаже, предложил ей пойти на мануалку вместо меня. Ей не помешает, у нее стоячая работа, она делает много массажей. Поэтому пойдем. Я здесь и сделаю мне массаж. Пойдем. До встречи! Так, всем привет! Вы, наверное, уже кто-то смотрел. Меня зовут Александр. Я массажист, занимаюсь мануалкой. Сегодня моя коллега мне предоставили Людмилу. Здравствуйте. На растерзание. Надеюсь, мы что-нибудь у нее интересное найдем и сможем помочь. Так как массажисты тоже люди, и они пострадают иногда. Иногда. Хоть и не признаются на самом деле. Всем привет. Поехали? Поехали. Такой момент. Предпочтение лежа, сидя, стоя? Лежа. Лежа? Да. Окей. Сейчас все, что можно сделать сидя, мы сделаем как у... Сейчас, как у нижней грудной. Возьми себя, опять дзюдо покажу. Руки ниже, на шею. Да, и расслабься. Поближе ко мне. Угу. Все. Хорошо. Расслабься. Падай вперед. Прям расслабься, пожалуйста. Я тебя удержу. Угу. Угу. Окей. Так, угу. Окей, Людмила, удивляешь. Перекинь ногу, пожалуйста, через кушетку. Так, пойдем. Садись. Обними себя. Вот так. Ну, с любовью. Смотри налево. Угу. Еще. Угу, хорошо. Давай такую сторону. Угу, все. Поехали. Еще расслабляйся. Окей. Перевернись, пожалуйста, сюда. Ага. Сейчас сразу по ребра делаем, а потом уже лежа. Так, стоп, подальше от меня. Еще, чуть-чуть. Правые руки. На вот так, на затылок. Затылок где? Он ниже. Да. На меня падай. Расслабь руки. Еще. Хорошо. Моя любимая. Теперь можешь ложиться на живот. Вот сюда. Так. Давай, ниже. Нижний шейный сразу сделаем, потом пройдемся по классике и... Ага, все. На меня. Не нужно, чтобы плечо было твое расслаблено. Угу. Еще. Аккуратненько, в другую сторону. На меня. Расслаблено. Угу. Нормально. Непривычно, да, со стороны? Отлично. Так, подожди, нет. Да, все. Стоп, не контролируй. Можно я тут по руку вожу чуть? Окей, в другую сторону. О, тут было прям замечательно. Теперь ляг, пожалуйста, в нейтраль. Просто как тебе комфортно. Лечь, чтобы... Да. Окей? Давай, по-старенький вдох. Выдох. Еще раз вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Теперь чуть-чуть. Расслабь. Поехали. Вдох. Выдох. Нашлось. То же самое, только с другой стороны. Все, спокойненько. Вдох. Выдох.
Окей. Окей. Теперь ногу кладешь на другую ногу. Все, таз расслаблен. Как же ты все любишь контролировать, а? Все, хорошо. Угу, поменяй, пожалуйста. Здесь все нормально. Здесь все хорошо. Так. Расслабь ноги в нейтраль. Окей, сейчас как раз перевернемся, голову налево. Перевернешься на спину. Угу. Плечико лежит. Еще. Все. Давай переворачивайся. Сразу самое любимое. И голова чуть повыше. Не контролируй. Угу. И все. Страшное позади. Теперь давай плечи твои. Потом не глубоко. Хорошо. И давай второе. Можешь пониже лечь? Тише, спуститься. Опор нужна. Да. Ну, в принципе, все. Да. Интересно. Я сама. Она с этим знакома? С чем? С апслипом. Нет. Каждый раз, как первый раз. Давай сейчас чуть-чуть. Нет, стоп, подожди. Ага. Сейчас давай. Пан, давай в другом. Сесть ко мне спиной. Да, ко мне спиной. Давай ручки за шею. Угу. Все, и расслабь. О, нет, лучше меня возьми за руки. У нас с тобой руки разные, так будет комфортнее. Все, хорошо. Еще. Уф, замечательно. Давай, руки в боки. Говорю «и» со всей силы. Давишь назад. Угу. Давишь и не отпускаешь. Угу. Поехали. «И». Хорошо. «И». Отлично. Давай. Навряд ли что-то мы пойдем здесь новое, но... Угу. Давай. В другую сторону. Угу. Прям смотри, выкатывайся. Еще. Все, супер. Поглядим, что-то может есть. Угу. Так, дергать я тебя не буду. Давай сейчас мы с тобой, во-первых, встанем, с грудным отделом закончим, потом идем на низ. Как в школе. Руки в замочек на шею. Прям, смотри, можешь небольшой замок делать. И теперь мне нужно, чтобы ты выдвинула нижний грудной отдел. Вот так, да. Я делаю шаг назад. Да, руки можешь посвободнее. Делаю шаг назад, ты на меня просто облокачиваешься. Поехали. Окей. Все. Теперь меня за руки возьми. То же самое, просто на меня. Блин, все бы такие клиенты были. Все, отпускай. Так, ложись. Давай повеселимся сейчас, стоим ногами. Как ложиться? А давай на спину. Чтобы было весело. Знаешь, я могу тебе предложить одну игру. Так. Он мне хочет предложить игру. Все, хорошо. Слипс.
Еще. Расслабь. Замечательно. Давай. Вместе. Вот сейчас будет интересненько. Смотри, я ноги развожу со всей силы, да, и сжимаешь вместе. Только прям дави сильно-сильно. Хорошо. И не отпускай, пока не скажу. Хорошо. Поехали. И все. То же самое, только разводи. Хорошо. Поехали. Еще. А вот среднеягодичный поработать было бы неплохо. Давай. Эту ногу выпрямляй. Клади. Угу. Отчаянно, но пойдет. Хорошо. Окей. Давай второе. То же самое. Выше. Ну, понятное дело. Все, расслабляй. Угу. Теперь давай попробуем чуть повыше тебя. Ступни. Хорошо, просто это будет. Ну, это... Сейчас сделаем. Тут для этого были перчатки. Все, расслабь. И это ступни то это. Ага. Угу. Все, и комфортно, все нормально? Все нормально. Колени оперированы? Нет. Все нормально? Давай. Давай, ступня. Там, смотри, ставишь и расслабь сухожилие. Вот, супер. Ну, держишь. Хорошо. Угу. Супер. Вот это подвижность. Наверное. Это удивительно. Потому что редко так ступни гнутся. Все, да. Оп. Хорошо. Угу. Чуть-чуть. Такое не больно. Да, вот такое. Не всегда приятно. Угу. Чувствительно. Подъем сколько высокий. Балерина. Ага. Расслабь. Ух. О, это за бедрами прям вообще сказка. Отбой. Угу. Хорошо. В принципе, все. Мы с тобой здесь... Круточку даже. Это все подначивает его. Нет. Подожди, я такого представляю, это реально из головы вылетело. То, что на десерт оставили. Тимур очень хотел, чтобы я прям прохрустелась. Сидит и тебе подкидывает. Давай, мы просто с тобой сидя это делали. Ну, хотя не парим. Это вот это, да? Да. Сладенькое, наверное, да? Стоп. Нет, это самое базовое. Да, которое даже я в тайском делаю. Окей. Ну, тут, знаешь, вариаций много, кстати, можно как это сделать. Подожди, вот ты не порть, пожалуйста. Угу. Можно руки так. Можно вот так. Угу. Как тебе комфорт? Можно вот так. Вот так, кстати, самое. Угу. Не двигайся. Угу. Все. Давай вдох. Выдох. Еще. О, окей. Подожди. Теперь возьми себе за локти. Все. Вот так. Сюда. Хорошо. Супер. Давай другую сторону. Поближе ко мне. Ко мне, наоборот. Да. Ты не упадешь, не переживай. Вот. Вот. Красиво, что ли? Скриншот тебе пришлю. Хорошо. И расслабляй. Возьми. Угу. Все. Окей. Свободен.
Всем спасибо. Ну что, какие ощущения? Расскажите о ваших впечатлениях. Я на мануальном, вот таком полноценном, впервые, скажу честно. А мне понравилось. Голова не кружится. Все замечательно. Александр, вы молодец. Спасибо большое, Тимур. Спасибо, что позвал. Было интересно ощутить себя в его шкуре. Вот. Так что подписывайтесь на канал Тимура, смотрите и до новых встреч. В Ростов не хотите съездить? Там есть один человек. Я его боюсь, да, поэтому Люда, езжайте. Я подумаю.